Презентация проекта под брендом Volga Future, который призван объединить все категории нижегородцев от простых граждан до представителей бизнеса, власти и образовательной индустрии, состоялась в Нижнем Новгороде. Основная суть – это формирование кадрового потенциала Нижегородского региона, которая является ключевой задачей для того, чтобы стать максимально инвестиционно привлекательным регионом. Примечательно, что знакомство с новым проектом состоялось в рамках юбилейной 10-й международной недели коучинга, которая проходит во всех городах России. Но меня привлекло, во-первых, название, что это коучинг командный. Самое главное, что не просто сопровождение какой-то конкретной работы, а возможность поработать над реальными проектами, прийти со своей командой, посмотреть, правильно ли направление идет работа в проекте, и посмотреть перспективы. Внимание к проекту «Volga Future» проявили и представители крупных промышленных предприятий Нижегородского региона. Сегодня такой достаточно интересный день, когда нас пригласили в новый формат окунуться, коучинга, вот, и совместить это приятно и полезно, и обмен опытом, и попробовать самим быть не только ведущими, как это мы часто делаем, но и участниками. Это такой позитивный опыт. Старт нового проекта состоится осенью этого года в рамках 4-го международного бизнес-саммита. И там мы ярко сможем заявиться об этом ключевыми мероприятиями со студентами, со школьниками, с работодателями, с вузами, с властью. Как раз на этой площадке мы и начнем это взаимодействие, эту работу и налаживание именно вот этой коммуникации эффективной. На бизнес-саммите проект «Volga Future» будет работать в течение 3 дней. Организаторы обещают провести большую HR-конференцию и устроить день образовательных программ для всех заинтересованных в работе нижегородцев под названием «Зона роста».